Вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов, освобожден от занимаемой должности, сообщил на сессии горкенеша, исполняющий обязанности мэра, Балбак Тулебаев. По его словам, Алымкулов переведен на новое место работы, а должность вице-мэра, курирующего работу транспорта, пока вакантна. Ранее Алымкулов с другим вице-мэром Азаматом Сагындыкамуулу получил замечание от Тулебаева за неисполнение поручения по вопросу запуска новой маршрутной линии до жилмассива Бугу-Эне-Багыш. Алымкулов работал в этой должности с февраля 2019 года.